Казанском университете прошел традиционный концерт, приуроченный к празднованию Дня российского студенчества «Всероссийский день студента Татьянин день». О том, какими концертными номерами порадовали зрителей талантливые студенты вуза, расскажем в нашем следующем выпуске. Дорогие друзья, с праздником вас, с успехов, здоровья вам и творческих сил. Никогда не унывайте. Будьте, несмотря на возраст, который, ну, всегда так вот в жизни мы стареем или взрослеем, правильно сказать. Будьте молоды душой. Будьте всегда студентами. Помните эти студенческие годы. Также с Днем российского студенчества поздравил студентов министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и запустил новый флешмоб. Он предложил студентам рассказать о любимой книге под хэштегом «Книга студента».